Привет всем друзьям, ну что, вы видите, что я лежу на песке. Всем привет, мы на канале Миссани. Очередной наш день, очередной влог. Мы очень классно проводим время. Сейчас покажу, где моя Сани. Вот, прыгает на волнах. У нас сегодня уже меньше людей. Сейчас я немножко встану и пойду к ней. Суперский день. У нас сегодня очередной суперские настроения. У нас сегодня лето. Я, конечно же, сегодня прочитала в какой-то там газете, что уже понемножку аисты собираются покинуть нашу страну. Так что я уже знаю, когда уже так случается, значит, осень совсем недалеко. Смотрю на ютубе, уже многие откупаются школьными всякими принадлежностями. Ну а что еще не купили, обязательно купим. Тут очень классный магазинчик есть с побережья. Вау, волны поднимаются. Слушай, Саня. Это бабушка, которая побыла. Это? Ну, похоже очень, да, точно. Саня привыкает немножко к тому, что вода сегодня какая-то, ну я не знаю, может поэтому, что воздух очень горячий. Так вода, знаете, Балтийское море никогда не бывает очень уже там теплым. Но вот теперь так, как теперь, это уже вообще тоже считается где-то на уровне чуда. Давай, беги, 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 беги. Привыкнуть, а потом волны. А что, холодно, Саня? Ну вода-то хорошая. Слушай, вот я... Нет? Вчера была немножко теплее. Да. Ну, дойти до колена. Ну, давай, попробую дойти до колена. Ну, совсем ничего. Может, потому что мороженое только что съели. Ну, наши подружки, подружки наши летают. А, видишь, там такой зонт? Да. Так там наш зонт. Да, там наш зонт, там наш папа. Сейчас буду делать бомбы. Смотри, вот делаем такую бомбочку. И раз, два, три. Бум! Обязательно сегодня вечером возьмем камеру, потому что два дня... Мы, когда уже возвращаемся с пляжа, очень уставшие, уже никак не можем ехать в город. А сегодня возьмем камеру, покажем, как красиво вечерняя Паланга. Теперь так... Мы поедем сегодня на лошадках. Да, наверное, на лошадках поедем кататься. Обязательно сделаем такой красивый влог вечером. Мы вчера звонили этому мужчине. Так он сказал, что можно. Да, он трубку там не взял, взяла жена, но сказала, что можно, да, приезжать. Давай сплели мне волосы, и я пойду купаться. А как я тебя сплету теперь, Ид? Давай я ты... Подержу. Подожди тогда. Да. Ну что, сделала Сане волосики, чтоб не промокли там, не замокли. Саня пробует себя. Ну, я не знаю. Давай, Саня. Ой, молодец ты! Ну, ты слушай, молодчинка, я б так не смогла. Если видите, людей не очень много уже, потому что у нас вчера, у нас был долгий очень выходные, 4 дня, поэтому Паланга прямо ломилась от людей. Мою машину испортили и машину. Да, 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 ничего не осталось, нет машинки. Слюги. Ну да, наверное, потому что ветер, конечно, не мог так потрепать. Молодец. Спасибо.
зашла, слушай, не боится. А там не глубоко. Ну как не глубоко, все равно и волны, и как-то там такая уже темнота везде. Не очень так уютненько, я бы сказала. Мама, ну? А знаешь что? Ну? Мама, сегодня я пела такую песню. Мама говорит, что это за песня? Ну такая какая-то очень уже взрослая песня. Я первый раз ее услышала. Что это за группа? Не знаю. Я эту песню видела у Китая Кубака. Очень классный, знаешь, солнышко, ты там плещешься, очень классно выглядит. Я хочу, чтобы красиво так. Давай беги, беги на по волнам. Сейчас покажу, какие тут ходят у нас красавицы по побережью. Ух ты, какая вся. И сани за ней. Ой, сколько девчонок там купаются. Молодцы. Нам очень нравится этот пляж, именно этот. Мы, конечно, тут на великах едем где-то 15 минут от нашего дома, 20 даже выходит. А когда уже из пляжа едем, так это трудно вообще, потому что бываем уже от солнца уставшие немножко. Но тут очень-очень-очень классный пляж. Да. Давай посюда зависите. Нет, не зависите. Короче. Посчитай, до сколько вот... Ну так ты плыви. И раз, два. Так ты не плывешь, ты ползешь, как черепаха. Давай, плывем, плывем, плывем. Ну, Саня, от тебя блочиха, надо бассейн опять. Надо очень присматривать за детками, если уже так совсем уже быть поистине, потому что тут этот пляж, он, конечно, очень классный и все, но тут вот детки уже три. Была очень большая трагедия тут на берегу. Давай, я рассказываю, параллельно Саня там что-то кричит. Да, я смотрю, но очень надо быть прям присматривать, потому что вот эти детки, что они утонули, они просто родители там, наверное, на минутку отошли куда-то, и все, и волны их засосали. Это страшно. Вот поэтому очень-очень, вот видите, все мамы прям вот так вот видно, стоят на берегу и присматривают понемножку, хотя детки уже, конечно, и не очень малюсенькие. Ну и я вот так же, Саня, тут на бережку всегда стою и пробую себя как-то успокаивать, потому что потом, знаете, когда происходит что-то, уже потом бывает поздно. У меня были трусики мокрые. Да, теперь хорошо уже. Да. Давай, ты купайся, Саня, купайся, закаляйся. Давай, молодец. Только не ползи, давай иди немножко, может, туда, где немножко, а то ты ползаешь, как черепаха, надо немножко себя... Вау, молодец! Ой, не могу. Осторожно, только не там ручки себе не побей об этот песок, ручки не побей. Ладошки потом болеть будут. Я вчера не болела.
три. Смотри, я два, я два. Видно? Пойду. Если что, я тебя спасу. Вот сюда, Павел. Ну куда ты уходишь? Я боюсь, чтобы меня обрызгает. Я не буквально. Ну как тут не увидеть? Конечно, увидеть. Да еще как? Видела? Видела! А вы видели, друзья? Вы видели? Прости, мам, я не хотела. Мы сейчас, наверное, куда-то зайдем с тобой. Мы же слушаем. Смотри уже где. Зашли даже. Где ты? Саня, я тебя потеряла. Где ты? Ой, я куда сидю? Видишь, как парень глубоко. Ну то, а что, ты хочешь туда? Да. Ну так давай, ставим лайки, подписываемся. Я бросаю камеру тогда и пойдем тогда туда. Ну, попробуем. Точно? Хорошо, точно, точно. Хорошо. Ну, так давай. Спасибо.